Волга фаворит, но ухо востро. В очередном туре чемпионата России ульяновская команда принимала на своем поле на стадионе «Старт» кировская «Динамо». Клуб, который идет на последнем месте в турнирной таблице зоны Урал-Приволжье. При этом после нескольких поражений на старте сезона кировчане дважды подряд сыграли ничью, набрав свои первые баллы в очковую копилку. Мотивация была запредельная, тем более после обидного поражения в Челябинске. Настраивались на игру, как и на любого другого соперника. У нас в зоне довольно-таки равная команда, и на каждого соперника мы настраиваемся довольно серьезно. Правда, в первом тайме этого настроя не было видно. За 45 минут при огромном территориальном преимуществе хозяева поля создали всего один голевой момент. Ильдар Бекчентаев после гениального паса Романа Терехина вышел 1-1 с динамовским голкипером, но пробить страж ворот не сумел. Мы планировали играть, конечно, вторым номером и попробовать поймать соперника на быстрых атаках. В обороне мы сыграли достаточно надежно, и соперник не сумел создать много моментов. Да, 3-4 момента они создали. Все эти голевые моменты, как из рога изобилия, посыпались у ворот «Динамо» с самого начала второго тайма. Пару раз гостей спас вратарь Дмитрий Рябов. Дважды мяч попал в перекладину динамовских ворот. Оборона бело-голубых трещала по швам, но до поры до времени держалась. И все же «Волга» добилась своего. В самом конце матча Георгий Заикин воспользовался несогласованностью защитных рядов «Динамо» и забил-таки долгожданный гол. «Волга» победила 1-0. Везение, невезение, оно, конечно, присутствует. Самое главное, нужно точить мастерство, чтобы решать хотя бы не один момент из шести. Пусть 1-0, мне совершенно не важно, 3-0, 1-0. Мы сегодня выиграли, заслуженно выиграли, создали гораздо больше моментов, чем гости. Я думаю, это не обсуждается. Зато уже обсуждается следующий матч «Волжан». Он пройдет 11 октября в Ижевске против единоличного лидера чемпионата «Зенита». Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».